В Одинцовском военкомате около трех десятков призывников. Очередь на медкомиссию двигается быстро. На прохождение всех врачей в среднем каждый тратит около получаса. Среди молодых людей есть и те, кто хочет служить и с пользой для себя провести следующий год. Призывник Артем Крылов уверен, в армии станет взрослее и обретет независимость от родителей. Для этого планирует получить профессию. Думал насчет службы в армии, много смотрел там видео. Я через знакомых узнал, что есть такая возможность отучиться на права, на категорию С, то есть стать водителем, военным водителем грузовика. Вот. Ну и как-то я подумал, что это отличная возможность. То есть помимо того, что мне получу водительскую категорию, то есть в будущем, после того, как закончу армию, в гражданском, ну, как сказать, в своем повседневном дне смогу работать водителем. Молодых людей обследуют стоматолог, офтальмолог, отоларинголог и другие специалисты. Затем профотбор и явка на призывную комиссию. Мы, безусловно, имеем задание, которое мы выполним, нет сомнений. Задание не очень большое, оно порядка 300 человек. На сегодня законодательство не изменено. В вопросах призывного возраста мы призываем с 18 лет до 27 лет, а с 18 до 30 лет законодательством будет определено с 2024 года. Поэтому сегодня никаких изменений нет у нас. На заседании призывной комиссии станет известно, кто пойдет служить, а кто получит отсрочку. Тех, кого признают годным к службе, вызывают в военкомат повторной повесткой. Следующая отправка на областной сборный пункт состоится уже 24 октября. Призывная кампания же продлится до 31 декабря. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».